Всем привет, с вами Прия. Многие люди, впервые натыкающиеся на мои видосики, где я играю на монахе в текущий момент в своем мейне, на котором у меня почти кап голды, поразительно удивляются, что откуда у меня столько золота. И они же еще даже не знают о том, что на других персонажах есть небольшое количество голды, небольшие запасы. Увы, в текущий момент капом голды является 9 миллионов 999 тысяч 999 единиц золота, а также 99 серебра, ну и 99 медных монет. Это мелочи. Совсем. Так вот, в текущий момент что-то примерно около 14 миллионов. Поговорим о том, как это было мной получено. Окунемся немножко в историю. А также побеседуем о том, как можно получить достаточно неплохое количество голды в текущий момент. Окей, как была получена эта голда? Различные продажи вещей на аукционе. Так как я играю достаточно давно, с декабря 2010 я начал играть прямо очень-очень активно, а персонажа первого своего 80-го левела, воина, я прокачал в сентябре 2010 года. Это было просто поразительно, я особо так сильно не знал, что в принципе делать в этой игре, но уже начал фармить различные репутации, различные PvP-титулы, чуточку ходить на РБГ, в общем, посвятил себя абсолютно всему, что только было в этой игре. Ну и в какой-то момент времени меня переклинило на сборе золота. В принципе, у меня всегда было так чуть-чуть хотя бы голдишки на всякие поушены и все такое прочее. Тысяч хотя бы 100-150 по меркам какой-либо Пандарии, это вполне неплохо по самому старту. Потом же в Пандарии я открыл для себя самый обычный фарм мобов с помощью зелья удачи. Это был распространенный тип фарма, многие этим занимались, и все было реально классно. Вваливая существенное количество времени для того, чтобы отфармить большое количество золота. В Дренор я стартанул уже с тысячами, по-моему, 600 или 500, что-то типа такого. Ну, а так как я был PvE игрок, моей мечтой это являлось закрытие каких-либо рейдов достаточно быстро. Мною было куплено некоторое количество боешек, количество голды чуточку снизилось, тысяч до 300. В тот момент я еще играл на Дракономоре. Хороший сервер с хорошими людьми. Были там парочку, конечно, интересных людей. Вот, но в мае 2015 года пришлось покинуть этот сервер, уйти на Гордуне и в итоге рейдить на Гордуне, потому что рейдящих каких-либо гильдий сибирских на Дракономоре, в принципе, не осталось. А моя гильдия развалилась. Так вот, до этих событий с самого начала Дренора мною были прокачаны некоторые персонажики, а также на них были развиты гарнизоны. Медленно, но верно я шел по пути развития гарнизонов и в итоге нашел свою золотую жилу гарнизоны. Это именно та сказка, именно то, что принесло мне наибольшее количество голды. Очень много было получено на самом деле. Я очень красиво реализовал эту голду. В марте 2015-го, до того, как я трансфернулся на Гордуне, я купил спектрального тигра за 1 200 000. Далее, спустя месяц, я купил эфемерного скакуна за 850 тысяч. Очень красивые маунты, на самом деле. Так, он маленько, наверное, по-другому называется. Окей, сделаем вот так вот. Стремительный призрачный тигр. Эфемерный скакун. Призрачные красивые маунты, получающиеся за карты ТСГ. Все это карточки такие, в которых скрываешь код, и они приносят тебе какую-либо награду. Это карты, которые покупаются в нашем реальном мире, не в Варкрафте. Покупаются карточки, вскрываются, и вот с них такая интересная награда в виде маунтов может получиться. Ну а при получении этого маунта человек уже сам решает продать его кому-либо за голду, передать, ну или же изучить. Вот я нашел человека, который мне этих маунтов передал. Я очень остался этим доволен и покупкой, потому что сейчас эфемерный скакун либо спектральный тигр стоят очень дорого на самом деле, что-то около 10 миллионов, а тратить такое большое количество голды на
одного единственного маунта. Я не думаю, что это является такой прям хорошей затеей. Так вот, после того, как я трансфернулся на Гордуне, я решил не застаивать абсолютно все то, что было мною развито на Дракономоре. Я фармил как гарнизоны на Дракономоре, так и на Гордуне, прокачав еще немножко персонажей, чтобы было еще больше фарма, еще больше вскрытий карт крови. Кстати, что самое главное, карты знамения, ну, так тоже неплохо принесли голды в прошлом. Было просто замечательно на них фармить, просто сидишь и вскрываешь, и вот нажимаешь вот эту одну единственную кнопку вот этих карт. Я помню, как мы все вместе собирались в гарнизоне, стояли рядом с манекенами с целью прок каких-либо тринкетов на хосту, потому что хоста напрямую влияла на каст вскрытия карт. Чем больше у тебя хосты, тем быстрее ты вскрываешь карты. Просто идеально. Я делал это на маге с целью того, чтобы давать геру как себе, так и людям, которые стояли рядом со мной. Лутали карточки на 1000 голды, на 3000 голды, на 6000 голды. Крафтили их в течение 3 часов, вскрывали их в течение 3 часов. Ох, интересный голд фарм был, но зато пассивный и реально приносящий голду. Что самое главное, чистую голду. Есть небольшие понятия в голд фарме. Чистая голда и голда, которую мы уже получаем с какой-либо продажи чего-либо. Получать чистую голду намного приоритетнее, чем получать голду при продаже какого-либо товара, потому что этот итем может понизиться в цене, его актуальность может упасть, либо вообще выйдет новое дополнение, и этот итем никому абсолютно не нужен будет. Так вот, фармил, фармил я голду, фармил, фармил, бац, припач легиона. Задания на голду больше как бы прокать не будут, будут ресурсы гарнизона, но я-то все равно извлек для себя плюс, то что с помощью ресурсов гарнизона можно мгновенно завершать заказы на хлев, тем самым я начал фармить хлев, делать дикую кровь, с дикой кровью лутать чистую голду и также чуть-чуть еще продолжил это дело в припатче легиона. Ну а далее пошло уже ПВЕ и все такое прочее. Конкретно в легионе оплот тоже весьма неплохо приносил голду при условии выполнения бонусной награды при самом конце дополнения. Я думаю, вы прекрасно помните эти чудесные награды по большому количеству голды. Ну а теперь Battle for Azeroth. Что мы имеем в плане голдфарма? С историей уже покончено. Большое количество голды накоплено. Я этому рад. 13 миллионов 762 тысячи в текущий момент находится в моем кармашке. Жетоны покупаются активно с целью пополнения Battle.net кошелька. Жетоны в текущий момент дешевые. Держатся по одной цене, 177 тысяч, почти 180. Цена, в принципе, идеальная. Так вот, в Battle for Azeroth, на чем мы можем подфармить голд? Мы можем подфармить на фарме каких-либо боешек. Даже зеленые вещи, которые вы дропаете при большом фарме мобов на каких-либо определенных местах, пользуются спросом. В текущий момент очень важен такой реагент, как дистиллиум. Многие рейдеры покупают зеленку ради получения дистиллиума, ради того, чтобы скрафтить 385-ю вещицу из дистиллиума и кровяных клеток. Это вполне работает. Зеленку покупают. Покупают также различные крафтовые реагенты с целью, чтобы покрафтить эту самую зеленку через кожевничество, через портняшку, возможно, даже через кузнечку что-то есть, но я, может, просто не в курсе. Так вот, просто-напросто можно фармить мобцов. Помимо этого еще падают различные боешечки 350-го и выше итем-левела. Я думаю, их до сих пор покупают хотя бы по какой-то цене. Уж точно. Ну, глянем ради прикола. Аксессуары с оружиями, конечно, дорого стоят, это 100%. Но лишним глянуть не будет. Посмотрим. Так, это крафченое, это крафченое. Ну вот, к примеру, 64 тысячи, 64, 80. То есть, ну, в теории, да, за какую-то такую небольшую цену продать можно. А что касательно, ну, к примеру, кольчужных доспехов боешных. Так, 70, 80, 20. Ну, да, цены, конечно, упали. Я помню, когда я продал пылающий меч Тибу первые 3 дня выхода Battle for Azeroth за 400 или 500 тысяч. Вот это было реально классно.
Так вот, фарм мопцов, как вариант, крафты профессий. В принципе, все те способы, которые были и раньше, просто раньше они как-то не особо задействовались, так как были активными, а намного интереснее, намного, что ли, профитнее по времени заниматься какими-либо пассивными способами. То есть отослал соратников, радуешься жизни, остальное время уделяешь рейдингу. Теперь же с целью фарма голды нужно заниматься какой-то активностью, какими-то крафтами, какой-то работой с аукционом, анализом аукциона и всем таким прочим. А в текущий момент я не знаю, кто будет этим заниматься. Слишком это лениво, слишком это затратно по времени. Хотя, может быть, не очень. Я сижу с своими 14 миллионами, и мне вот ну, просто наплевательски можно относиться к этим всем аукционам и всему такому прочему. Мне нужна фласка, я пойду ее куплю. Нужен реагент, я пойду его куплю. Все спокойно сделаю для себя, для комфортной игры. Надеюсь, что вы тоже дойдете до такого этапа. Я в вас верю. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.